Rainbow English, учебник, 5 класс, 2 часть, Unit 6, Step 2 и упражнение номер 4. Послушайте и повторите название. Ну, мы давайте прочитаем, переводы здесь видны. То есть вообще-то у вас это аудирование, где-то там на сайте, я так думаю, можно найти эти записи, но давайте вместе их проработаем. Имена собственные читаются некоторые сложно, то есть тут нужно все-таки лучше повторять и пытайтесь запомнить. The Pacific Ocean – Тихий океан. The Arctic Ocean – Северный Ледовитый океан. The Ural Mountains – или сокращенно The Urals – Уральские горы или просто Урал. The Caucasus Mountains – Кавказские горы. The Far East – Дальний Восток. The Black Sea – Черное море. The Caspian Sea – Каспийское море. Siberia – Сибирь. Lake Baikal – Озеро Байкал. Теперь нам нужно в Би найти эти места на карте России. Так, ну я думаю, здесь в принципе они все видны, вам просто их еще раз прочитать нужно. То есть они вот здесь указаны, это не то, что как в контурных картах, да, названий нет, вам их нужно нанести. Все названия есть, просто их еще раз просмотреть и желательно проговорить.